Как вообще сделать так, чтобы всем было хорошо? Почему вообще? Знаете, самая большая проблема людей в том, что очень многие люди, которые живут рядом друг с другом, живут с позиции, что я идеальный или я идеальная. И они думают, что все вокруг именно так считают. Вы знаете, что в семье очень часто каждое существо, которое там находится, думает о себе, что оно идеально, максимально идеально. И вот в тот момент, когда вы думаете, что вы максимально идеальны, чем больше вы считаете, что вы идеальны, тем больше вас начинают ненавидеть те люди, которые находятся рядом с вами. А что можно сделать? Хотите, научу. Занимайтесь медитацией. Какой медитацией? Сделайте, как я вас научу. Выйдите куда-нибудь на улицу. Не читайте мантры, молитвы. Ничего этого делать не нужно. Сядьте просто и посмотрите, проживите 1-2-3 минуты. В чем? Ни в чем. Просто так. Как это делают животные. Они ничем не заинтересованы, никуда не стремятся, ничего не хотят. Они не ловят рыбу, не рассматривают облака, ничего не делают. Они просто ничего не делая сидят или стоят, или идут. Выполняйте такую медитацию, когда едете в поезде или когда находитесь на улице, просто гуляя, не думать ни о чем. Просто гуляя или сидеть где-либо, ничем не любоваться, ни о чем не думать, не держать телефон. Дело в том, что это очень остужает наш эгоизм. Почему? Наши эгоистические состояния, они сглаживаются природой и нашим потоком времени. Кстати, почему я противник того, что человеку не нужно постоянно вспоминать чего-либо? Дело в том, что я очень давно заметил, что в тот момент, когда человек постоянно что-то вспоминает, он очень быстро от этого стареет. Поэтому чем больше вы в жизни своей что-то вспоминаете из прошлого, тем быстрее вы постареете. Помните мой метод из моей первой ступени? Я говорил, возьмите резиночку, обвяжите вокруг своей руки, и когда вас мучает прошлое, ударьте себе этой резиночкой. Пусть рефлекс создаст у вас, пусть боль создаст у вас рефлекс такой, что вспоминать это больно. Это очень эффективный метод.